Напомню, около 2500 человек, а это жители Прикубанского округа, в празднике остались без света. Питающие подстанции не выдержали скачков напряжения. Глава края Вениамин Кондратьев на первом планерном совещании в новом году распорядился провести служебную проверку и разобраться с ситуацией. Выявлены лица юридические и физические, допустившие нарушения в эксплуатации энергоустановок, электросетей, которые в собственности имеют трансформаторные подстанции и кабельные линии, которые не содержат в соответствии с требованиями нормативных и федеральным законом, который регламентирует и порядок эксплуатации этих энергоустановок и нормативный ремонт. И, к сожалению, эти собственники их не выполняли. К ответственности привлечены руководители и диспетчерские службы НЭСКО, которые допустили нарушение и не вовремя проинформировали население о случившейся аварии на подстанциях. Отмечу также, что в случае возникновения нештатной аварийной ситуации вся информация из НЭСКО поступает в единую диспетчерскую службу. Каждый житель города может позвонить по номеру 112 и получить необходимую информацию.